Черезовский пруд скрыт от глаз прохожих за рекламным баннером. Заглянувших за красивую вывеску ждет ужасная картина. Все берега усыпаны бытовым мусором, бутылками, пакетами. Рыбаки, приходящие сюда провести время, рассказывают ужасные вещи. Карасей полно были, сдохли. Здесь прям? Да, прям берегу. Даже еще есть там осталось несколько штук. И утки тоже? Ну, утку, да. Ну, не знаю, даже черепаха есть, сдохли. Значит, отрава есть какая-то. Оттуда канализация идет или что там, постоянно вода течет. Кипяток пускает полный ход. Ну, пруд не убирает вообще. Дохлые утки лежат на берегу, их, как и мусор, не спешат убирать. Я лично отсюда убрал штук 3-4 утки. Бросил туда, чтобы чистить. Юля работает рядом в магазине, к пруду приходит гулять в обеденный перерыв. Ужасно в состоянии прудик, тут уточки плавают, надо бы что-то облагородить. Обещают его вроде почистить. Ну, вот весной чистят так вот мусор в основном, а больше я не замечаю. Черезовский пруд нуждается не только в генеральной уборке. Жители обеспокоены гибелью уток и рыбы. Ситуация, по их словам, повторяется из года в год, но до сих пор никаких действенных мер, чтобы спасти водоем, не принято. Дина Исляева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».